Всем привет, ребята, с вами Низ, это третье видео, но это не Trash Обзор и не Cringe Обзор, это Русский Рыцарь. Если, возможно, кто-то знает, у меня была одна серия прохождения ХК, вот. Но когда я через ABS Studio не мог нормально, у меня очень сильно лагало. А, у меня даже не ABS был. Ну, короче, вот, меня сейчас идет. Дисклеймер, ну короче, считайте вот дисклеймер, это не паузу, а мы приступаем. Дроссик Халиму. А посуде. Газон! Дроссик Халиму, а посуде, газон добивающий. Газон добивающий. Ладно, газон самый добывающий. Добивающий. Никогда не думается. Ну где, это ж Ора и Мата говорит. Начал. Не помню. Последний раз проходил 3 месяца назад. Боже, а вот теперь... Кури! Кури! Аму! Фэндасу. А ты же чел, блядь, кузнец гвоздей, будто его так имя. Он же был, типа, да, такой был в игре. Рива, Сару. Я Неров, я Гура. Кусеабу. О, читарин. Читарин, Бакура. Так, вы что, меня обозвали придурком? Я случайно использую читы. Бывает, я просто, типа, использую читы, там, ну, например, на бесконечную ману. Но мана мне бывает на пути боли, я использую бесконечную ману. Я их использую, это пару минут. О, тайтл! Короче, я это смотрел, я это пересматривал когда-то, и, короче, я там оставил случайно на паузу, да, идеальный момент, и там, о, как мужчина там, короче. О, Пал. Морми. Эдина! Блин, я дали стоять в моменте, Тогда забейс Бравл Старс. Типа, там он кричит, это как? Бой, ходячий гей, ходячий гей. Боже, бедный гей. Типа, гей, а вам больше еще кричит. Ладно, ребят, всем пока-пока.